Впервые в России 27 июня в рамках цирковой премии «Мастер» пройдет самый большой парад «Оле». В половине 11-го от Южного Мола стартует красочное шествие. Клоуны, жонглеры, цирковой оркестр и большое количество сказочных персонажей пройдут по центральной набережной до сочинского цирка. А в Олимпийском парке в этот день пройдет целая череда соревнований и мероприятий, посвященных Всероссийскому Олимпийскому дню и Дню молодежи. Начало в 16 часов. А рядом во дворце «Айсберг» в субботу стартует международный турнир по танцевальному спорту. С 27 по 30 июня в Ледовом дворце «Айсберг» пройдет 9-й открытый международный турнир по танцевальному спорту «Виват России» 2015 года. В данном танцевальном спорте примет участие более 4,5 тысяч танцевальных пар, приехавших к нам из 14 стран ближнего и дальнего зарубежья. 71 субъект Российской Федерации будет состязаться в городе Сочи. Поэтому всех желающих приглашаем посетить и поболеть за нашу команду. 27 июня также пройдет фестиваль в экстрим-парке. Все мероприятия завершатся в 22 часа большим концертом с выступлением звезд российской эстрады.